Вітаю глядачів телеканалу «Репортер» в нашому ефірі студія і ведучий Юліан Аксьонов. І сьогоднішній мій гість, який не вперше завітав до нас, це Сергій Варламов, голова Одеського національного корпусу. Вітаю вас, Сергій. Привітаю. Сергій, сьогодні говоримо про дуже болюче питання для Одеси та одеситів. Це забудова, тотальна, я би сказав, забудова міста. Складається враження, що якщо люди бачать, ну я маю на увазі забудовник, якщо бачать якесь пусте місце десь на березі моря чи у місті, тут же треба щось збудувати і... Бажано, щоб це була якась високоповерхівка чи об'єкт комерційної діяльності. І одне з таких резонансних подій – це забудова кортів, які знаходяться біля Алеї Слави. Нещодавно я знаю, що ваша політична сила приймала участь у акції протесту біля міськради. Будь ласка, розкажіть, що там коїться, що це за ситуація, коли люди грали собі у теніс, то приходять, кажуть, все, до побачення, в нас буде будівництво. Ну, на самом деле, к сожалению, это классическая ситуация у нас в городе. Стройка идет очень наглым образом. Компанией-застройщиком является компания под названием «Одесса Буд». Она же сегодня застраивает улицу Степовую. Вот тоже буквально сегодня тоже ездили с ребятами на адрес, обратились местные жители. Это типичный маленький одесский дворик, который просто уничтожают и хотят в него так интегрировать, в общем-то, таким агрессивным методом очередную там свечку из 15 этажей. Так вот, на данный момент у компании-застройщика сегодня отсутствует разрешительная документация, которая бы позволяла вести застройку, по сути, в зоне рекреации, в 100 метрах от моря, через дорогу от парка Шевченко. И целевое назначение позволяет им на данный момент сегодня размещать там только административное здание с эксплуатацией теннисных кортов. Поэтому сегодня для того, чтобы застройщик там вел какое-либо строительство, нужно решение сессии городского совета о смене целевого назначения. Таким образом, мы понимаем, что все, что там сегодня происходит, это абсолютно незаконно. И поэтому это, конечно, очень большая проблема. Также проблема, которую хотел бы выделить, это так называемая реформа ГАСКа. Насколько вы знаете, наша там власть объявила о том, что они будут реформировать ГАСК. Инициатива как бы правильная. Мы понимаем, что ГАСК один из самых коррумпированных органов, который напрямую влияет на всю эту строительную экспансию. Но проблема такая, что желание действительно реформировать ГАСК у них, судя по всему, очень быстро пропало. И на сегодняшний день реформа стоит и очень удачно для всех застройщиков, потому что на сегодняшний день действует мораторий на проведение проверок. Чем удачно пользуются строительные компании, в принципе, по всей Украине и в Одессе в том числе. Таким образом, главный контролирующий орган сегодня выбывает. Да, и я так понимаю, что на сегодняшний день вот те архитекторы реформы, которые сегодня находятся около, скажем так, около президента и так далее, они, видимо, посоветовали ему приостановить реализацию данной реформы, так как по официальным объявлениям эта реформа готовилась, ее реализация готовилась уже к лету. Лето уже закончилось, как мы видим, застройки продолжаются, газ так и не функционирует. Ну и, к сожалению, мы видим, что, в принципе, государство не делает ничего для того, чтобы защитить интересы и права обычных граждан. В данной ситуации я имею в виду не только в целом всех одесситов, которые страдают от этого, но и жителей близлежащих домов, потому что под самой территорией находится подземное озеро. Ну, как бы вы понимаете, какие могут быть результаты строительства на такой земле. И также на самой территории раньше проходил пожарный заезд. Поэтому, к сожалению, мы уже имеем очень негативный опыт с пожарами, которые есть в Одессе, с отсутствием доступа у пожарных непосредственно к объекту. Вот, и поэтому это может обернуться очень большой трагедией. Вот такая вот ситуация сегодня
на одеських кортах. Я знаю, що ваша політична сила неодноразово пікетувала різні будівництва, в тому числі і на березі моря. Скажіть, будь ласка, зараз якісь спостерігаються тенденції щодо того, люди перестали там будувати, чи будують вже з дотриманням певних технічних норм, чи це, як то кажуть, пустили, або будуйте, лише нам гроші давайте за це. Ну, смотрите, что касается вот именно побережья. На самом деле это просто очень большая проблема для города. Почему? Потому что не только касается, если мы сейчас не говорим о застройке самих пляжей, что это в принципе это катастрофа, но и застройки пляжей именно жилищными комплексами. Это уже происходит под видом там, апартаментов и так далее. То есть это происходит на там, 16-й, 13-й, 9-й станции Фонтана. Французский бульвар весь сегодня застраивается. И мы видим очень негативную тенденцию. Реально, мы понимаем, что когда эти все высотки вырастут, если они вырастут, а учитывая ту тенденцию, которая есть сегодня, это может произойти, им нужна будет определенная инфраструктура. То есть все эти высотки подразумевают под собой наличие паркингов, и, соответственно, машины и сами, в принципе, владельцы квартир должны как-то добираться до своих домов, которые находятся, практически упираются в трассу здоровья, а некоторые даже и заходят за нее. Соответственно, будет стоять вопрос инфраструктурного вообще коллапса. Ну, мы понимаем, что проблему эту собираются решать. И, к сожалению, учитывая тенденцию, я понимаю, что в ближайшие годы просто, если все так и будет продолжаться, то все дойдет до того, что трассу здоровья просто сделают уже свободной для заезда автотранспорта. И это будет, по сути, уже не просто результатом коллапса, это уже будет и экологической катастрофой вообще в принципе для города. То есть та экосистема, которую создавали люди, которые строили Одессу, она будет полностью уничтожена. Вот, поэтому, что касается инициатив, если мы говорим о зеленых зонах. На зеленых зонах сегодня по закону нельзя ничего вообще, нельзя строить жилищные комплексы. Ну, просто нет такой возможности. Однако есть лазейка, которая позволяет возводить там якобы объекты рекреации. На самом деле за последние, я не знаю, наверное, лет 20, я не знаю ни одного оздоровительного какого-то рекреационного центра, который был бы возведен в Одессе. Объективно этой лазейкой пользуются все строительные компании, которые фактически застраивают эти зеленые зоны. Я считаю, что нам немедленно нужно принимать решение о запрете любого строительства в этих зонах на данный период и уже подводить законодательство по то, чтобы эта лазейка была исключена из, скажем так, действующих правил и норм. Вот. Что касается застройки исторического центра города, тоже, конечно, нужно сказать о том, что я считаю, что нужно немедленно вводить мораторий на застройку исторического центра города, просто потому что у застройщиков местных, у них есть определенное видение. Как вы правильно сказали, любое пустое место нужно обязательно застроить. Но если бы была проблема только в этом, на сегодняшний день выкупаются памятники архитектуры фактически, которые впоследствии доводятся до состояния разрушения. Вот. И, ну, в том числе вот как масонский дом, например, на сегодняшний день. И на их месте возводят гостиницы, жилые дома и так далее, что приводит просто к изнасилованию фактически исторического центра. Поэтому я считаю, что касается исторического центра, нужен немедленный мораторий, который запретит любое строительство в центре, то есть его просто нужно не трогать, и заняться масштабной реставрацией. Вот. Нам, мне кажется, нужно идти путем европейских государств и таких городов, как, допустим, та же Флоренция или Савона, которые оставили тот ансамбль культурный и фасадный в покое и просто его не трогают и занимаются регулярной реставрацией. То есть вы не найдете во Флоренции, в сердце города, но новостроев. Их просто нет. И это повышает туристическую привлекательность города и наполнение бюджета именно за счет этого, именно за счет культурного туризма.
Вот. А тот путь, который выбрали одесские застройщики, он фатальный, и я думаю, что он может привести к очень большой трагедии. И уже, в принципе, привел. Скажіть, цікаве питання у продовження теми щодо прогалин у законі. Крім цих прогалень, що ще треба? Ви як досвідчена людина у цих справах? Я маю на увазі розслідування громадських формувань різноманітних про забудовників. Що крім прогалин у законі потрібно зробити чи мати, щоб забудувати якусь певну ділянку? Це особисте відношення мера вибудовувати, чи може заручитися підтримкою депутатського корпусу? Як це робиться? Ну, смотрите, там ведь раз на раз не приходится. Есть там огромный пакет документов, которые нужно собирать. И каждый раз там, ну, условно говоря, где-то это позволяет целевое назначение, где-то не позволяет что-то строить. Там, где не позволяет, его нужно менять. Если его нужно менять, то это нужно решение сессии горсовета. Решение сессии горсовета — это общение застройщика уже непосредственно с депутатским корпусом. Там, ну, то есть в целом это огромное количество и коммунальных органов, органов местного самоуправления, в том числе ГАСКО, области, то есть это уже государственная архитектурно-строительная комиссия. Поэтому это разные органы, это разные люди, ситуации разные, но в целом, если мы говорим о том, как изменить эту ситуацию, да на самом деле у нас уже существует зонинг, который не позволяет строить в определенных местах, да, там, но строительство все равно продолжается. Поэтому для того, чтобы эту ситуацию изменить, в первую очередь нужна политическая воля, которая на сегодняшний день отсутствует. К сожалению, мы видим, что сегодня большое количество там, скажем так, политиков заручаются поддержкой крупного местного капитала, а это, естественно, мы говорим о строительных, различных финансовых строительных группах. Поэтому мы понимаем, что, к сожалению, сегодня застройщики пытаются продлить свою жизнь и продолжить вот эту экспансию. И то, как они видят город, я предполагаю, они, видимо, считают, что это красиво. Я считаю, что это уродливо. И ситуация с застройкой, она, к сожалению, касается не только, условно говоря, просто каких-то эстетических проблем. Она ведь касается и логистических, транспортных проблем, потому что в тех местах, в которых, ну, там возьмем тоже Гагаринская плата, ну, просто там коллапс транспортный. Эта Гагаринская плата, она не предназначена для жилой застройки и для размещения там тысяч паркомест и машин. Поэтому вот сегодня, кому интересно, для эксперимента в 8 утра заехать на плата, ну, это вы будете стоять там час. Вот, поэтому это инфраструктурная проблема, это проблема в том числе и социальной инфраструктуры, я имею в виду школы и детские садики, которые сегодня не создают компании застройщиков, и эта проблема ложится на близлежащие дома. Это различные, это широкий ряд других и экологических, и многих других проблем, поэтому застройка города сегодня это одна из ключевых проблем Одессы, как по мне. Если вы дозволите, я таке своє бачення озвучу. Мені здається, що великі площі на березі вже забудовані. Ну, переважна їх більшість. Санаторії вже теж. І тепер що? Залишається лише спортивна інфраструктура, де є великі площі, стадіони, ті самі корти, про які ми говорили. І зараз от проблемне питання – це висотка, яка вже ну, майже добудована біля Олімпійця, де готуються наші збірники. І наш відомий, але вже майже зруйнований Одеський дворець спорту. От як ви вважаєте, такі ходять вже, як то кажуть, слухи, що ці об'єкти доживають свій вік і, мабуть, їх змінять чергові висотки чи ТРЦ. Я практически уверен в тому, що є такі плани і що така тенденція є. Действительно, сегодня все зоны рекреации находятся под угрозой, все спортивные, оздоровительные там комплексы, они тоже находятся в этой зоне риска быть уничтоженными для дальнейшей застройки. Что касается таких объектов, как Олимпиец,
там, и дворец спорта, но в олимпийце я занимался лично 4 года тяжелой атлетикой. Я знаю, какое состояние олимпийца реально. То есть я это видел, я знаю, что оно сегодня такое же. То есть там просто течет крыша регулярно, там просто ставились ведра. Вот, под этими местами, чтобы накапливать воду и выливать. Ну, вот такая вот система, к сожалению, она действует уже годами, и я боюсь, что просто наши власти намеренно доводят такие социальные объекты до разрушения, действительно, для того, чтобы эту землю очень выгодно продать. И, как мы знаем, вот впритык, по сути, вплотную к Дворцу спорта сегодня строится самое высокое здание в городе, порядка 35 этажей. И большой вопрос, где будет, за счет чего будет обеспечиваться стоянка для того количества машин, которое предполагается под вот данное здание. В другой, на северной части от здания непосредственно находится, там тоже, там зона рекреации, там, насколько я помню, тоже оздоровительный комплекс, то ли пансионат, то ли что, поэтому у них, в принципе, вариантов немного, за счет чего расширяться. За счет зон рекреации, либо за счет спортивной инфраструктуры. И я знаю, что Дворец спорта переживает тоже не лучшие времена, и для того, чтобы обеспечить эти объекты, я боюсь, что действительно могут произойти такие вещи, что эти здания попросту будут уничтожены под нужды будущих жилищных комплексов. Сергій, я вам дякую за таку змістовну бесіду на непросту тему. Я нагадаю, що в нас в гостях був Сергій Варламов, голова Одеського національного корпусу. Ми говорили про тотальну забудову Одеси. Сподіваємось, що незважаючи на це, нам вдасться зберегти наше місто. Я закликаю вас любити його, бережіть себе, на все добре.